Александра Ивановна, подскажите, если бы у нас были выборы мэра в городе, кого бы вы предложили? Человека. Вы знаете, из среды, которая сейчас есть, я вообще далековато от города уже, но я не вижу кандидатуры подходящей. Почему? Потому что я не знаю, кто сейчас у власти, кто занимается делами в администрации, вот это вот. А вообще на выборы мэра ходили? Да, ходила. За кого голосовали? За существующего мэра. Все устраивает? Ну, может быть, не все, но дело в том, что многие люди, наши батайчане, не совсем себя ведут. Ведь, смотрите, стараются, все делают. А что творится здесь, в городе? Вот. Один мэр ничего не решит. Надо решать всем сообща. Вот это основное. Какие планы на вечер у вас? Ну, с Кешкой гулять. Других планов пока нет.